Шанс дропа. Так вот, значит, плюс 155% к шансу дропа. Это плюс 155. Сейчас должно все оставшееся нападать. Поняли по языку жестов? Но я тут целую песенку напевал, а потом вспомнил, что у меня ни микрофон не работает, ни вебка. Думаю, ну ё-моё. Княгиня Мышкина. Это уникальный билд. Никто еще не играл через вампиршу на... Надо, кстати, перезайти. Никто еще не играл через вампиршу на мышах. Точно вам говорю. Уникальный билд. Уникальный билд без жопы на мышах. Откуда столько летучих мышей? От верблюда! А! От билда? От прокачки. Я же говорил, что это уникальный билд. Никто даже не знает, что столько мышей может быть. А их может быть, если прокачать навык до 24. Правда, у меня тут немножко из-за бонусов перекачан. Вообще, на уровне значения в 24 можно призывать 4 мышей. А их, соответственно, 3 штуки. А 3 на 4 сколько будет? Правильно. ГГ пила, пока тебя не было, она скучно не... Ах, она все на гадости еще, наверное, опять рассказывала про стримера. Про эльфиек, про всяких. И прочее, прочее. Знаю ее. Жаль, здесь нельзя уникальные шмотки прокачивать. Верблюда правдоподобнее. Стример это запомнит. Тебе не хотелось видеть вампира, охваченного жаждой крови. Ах, эти пролаги. Это последнее, что ты увидишь за свою никчемную короткую жизнь. Возвращайтесь, друиду. Ну да, это было несложно. Блин, единственное, что у меня счетчик сбросился. Ладно. Деревня ходуков. Почему каждый? Я уже второй раз читаю про себя деревня дураков. У меня еще музыка, знаете, в голове-то играет. Ну, та самая. Сираны на максималках. Ты имеешь в виду, что летучая мышь, вот это вот сираны, которые вокруг летают. А, кузнец на золоте дает сильнее бафы. Ух. Враги, правда, тоже сильнее. Можно ли считать, что кузнец на золоте дает сильнее бафы, учитывая то, что враги становятся сильнее? Которые нивелируют эти бафы сильнее. Или бафы настолько жирные, что перекрывают рост мобов. Угроза насекомым. Крагодуку идти с тобой, открыть для тебя ворота, ну... Сюда. Открывай. Здесь секретный проход. Сюда. Что это вообще такое? Вернись, поганый пожиратель крыс. Болотный червь. Мне казалось, питон какой-то. А это болотный червь. Надеюсь, ты не сдохнешь, а то у меня любят, знаешь, умереть некоторые. По пашкам виднее. Вообще соглашусь, им всегда виднее. Профейк рассказывал рыжая куколдунья в диване, но озвучивала их обеих одна и та же актриса. Да нет, тоже рассказывала что-то про Эльфейк, помнится. У меня где-то даже в клипах есть.
это делать, Горгодуку? 33 тысячи жопа у тебя. Ну ладно, не буду переживать. Раз настолько большая. Кстати, у меня, наверное, скорость атаки максимальная даже сейчас, да? За счет того, что владение мечом там бла-бла-бла. Вообще странно, что скорость атаки так легко набирается до капа. Вообще прям. Грустно, что кап такой маленький на скорость атаки. Вот. Мог бы быть и побольше в таком раскладе. Горгату готов! Эй, стой на месте! Ты мне нужен. Больше мышей, сильнее мышей нет. Нельзя. Вообще нет смысла качать выше 24 уровня. Потому что они сильнее не становятся. Ну, они типа всегда твоего левела. Как бы и хорошо, и плохо одновременно. Так что еще больше нельзя. Какие планы после Сакра? Да, я сомневаюсь, что аддон затянет больше, чем на 15 часов. Так... Диванда пройти, наверное. А там уже и новый месяц. Новый заказ, наверное, на что-то. Да, да пройду вот дивана, там видно будет. Что будет в новом месяце. Там уже и Новый год, да. Там уже и 18 исполнится. Там уже можно и подумать о чем-то более серьезном. Опа. Каких-то более серьезных играх. Ну, я как бы и говорю, да, с одной стороны, это хорошо, что они всегда моего левела. Потому что никогда не перекачаются и всегда будут экспу давать. С другой стороны, плохо, что их нельзя чуть-чуть вперед себя вывести. Там, типа, на пару левелов выше себя подержать. Но, увы. Никак. Как друиды в диване себя показывают, как друиды, не знаю. Я за инквизитора играю. Да и как бы хрен тебя знает, что ты вообще имеешь в виду под словом друиды в диване. Что это такое? Что за друиды? Там нельзя пеньки сажать. И магии природы там, помнится, нет. Тебе не приходилось видеть. Что, блин, значит друид? О чем-то серьезном, о взрослом, а договориться? Да, с тобой-то не договориться. Кем-то можно договориться. Метаморфы? Каким образом это вообще друиды? Типа друиды могут превращаться в зверей, а метаморф типа может отращивать себе клешню или голову медузы, поэтому он друид. Тогда получается медуза Горгона друид. Есть один мод, который добавляет друидов. Но это мы так говорим не о моде, наверное. Как минимум, у меня было бы странно спрашивать о каком-то моде, о котором я даже не слышал, как себя он показывает. Очевидно, меня спрашивают про то, что уже есть в диване. И о друидах в диване я не слышал. Ну, если ты имеешь в виду... Так вообще друидов никогда не было. Уж он наркоманы. Где вообще хоть одного друида в диване, припомните? Хотя бы одного. Хотя бы в бион диване. Да даже в диванном диване хоть одного мне друида вспомните. А вообще в диване вон друидов нет, как таковых. Горгату готов! Да, не любим Ханак.
Мерзкая мадемуазель. Кульные свои косяки. Ну, так как и во всех прикольных модах. Не бывает же чего-то идеального. Я, кстати, напомню, что я обмазался вещи шмотками на МФ. Сейчас, по идее, должно прям ух нападать всего. Прям ух. Ну что-то пока не особенно падает. В диванах какая-то проблема с природой, раз дроидов нет. Может быть, поэтому там и нет проблем с природой, что их там нет. В моде по большей части это саппорт. Но дроидов обычно так и видят. Даже в диване он в какой-то степени саппорт. Жажда крови просела. Но с другой стороны, она и повышается всего на 1%. Есть умение на дамаг, ну понятно, убивать-то надо чем-то. Конечно, должны быть умения на дамаг. Плюс 560, плюс 940, плюс 1000 к атаке, там уже с лишним. Хочется стереть этих слабаков с лица земли. Ух, и почаще, глядишь, попрет. Ух. Ух, попрет. Уже поперло? Еще не поперло. Блин, может, не работает. Метаморф хил плюс еще защиты всякие. Так это вроде и в оригинальном диване было. А чего будет, то добавили. Блин, а у меня и все мыши живые. Надо, чтобы был мод, который позволяет тебе полностью превращаться. Ну, беги. Вроде даже на первый диван был какой-то мод, который позволял тебе в дракона превращаться, в ящерицу, там мне еще кого-то. Мне хочется стереть этих слабаков с лица земли. Это прикольно на самом деле. Короче, взяли стандартные скиллы, немножко того, немножко всего, назвали дроидом. Понимаю. Почему дроид? Ну, потому что может во что-то немножко превращаться. Совсем не облегчают тяготы вечной жизни. А вот... Там меч валялся, да, что-то его сразу не подобрала. Он, конечно, на боевого куколдуна. Блин. Да, про диван, а что? Такие существа совсем не облегчают тяготы вечной жизни. Перекати поле с дистанционным подрывом. Что ты хочешь? Превращаться полностью Если в зверей. Я должна биться с такими слабаками. Наверное, я чего-то не понимаю. Это уже, конечно, поинтереснее. На тебя у меня уйдет больше времени, чем на твой жалкий сброд. А, я понял, чем меня больше дамажит. Там же от сложности зависит, сколько Стоит ты дамага на солнце получаешь. Время точно. На этих жалких уродцев. Я думаю, вроде я вампиризм прокачал, а чуток... Чуток немножко больновато на солнце. Столь слабый противник вряд ли укорит мою жажду крови.
Хотя, конечно, реген все еще перекрывает. Тебе от меня не уйти. Нет мода брать физы маг броню, чтобы норм смешанная пати играть. Ну ты и так можешь норм смешанная пати играть на самом-то деле. Даже с учетом маг и физ брони. Потому что маги могут обмазывать пушки миликом, всяким ядом или огнем. Соответственно, милики начнут и по физе бить, и по магии. А если у тебя в пати есть самонеры, самонеры вообще универсальные, и маги могут бить и физикой. Типа, можно сделать смешанную пати? Сакрадельфа или лучник, или друид. Попутал. Только в дракона высшая форма друида только доступна. Такие существа совсем это может становиться становится зверьми, на, поскольку вроде он кастует, но на себя не юзается, на врага. Также пока не разобрался, что там как. А, ну ты это, как поэкспериментируешь, так скажи. Расскажешь потом, как оно. Аманши, задержись ненадолго и послушай историю дважды дурака. Дурака по профессии, дурака от природы. Какими идиотами мы были, когда втроем, то есть вчетвером, решили принести в этот мир радость своим смехом и шутками. С самого начала наше путешествие проходило под несчастливой звездой. Не успели мы выйти из города, как ужасная буря раскидала нас на все четыре стороны и содрала плоть с наших костей. Теперь мы, неупокоенные, прокляты до того дня, пока наше братство вновь не соберется вместе. А в нашу шляпу на рыночной площади не упадет последняя золотая монета. Помоги мне, Аманши, помоги найти моих товарищей и спасти их. Вряд ли вы сможете мне щедро заплатить, но я все равно согласна. Блин, чувак, что-то мне подсказывает, что есть у меня большие подозрения, что ты не дотянешь. Да, главное, держи в курсе. Это самое важное. Сделать сборку для Fallout'а. Зачем? Там уже есть свои сборки. Какой-нибудь Horizon там, я не знаю. Что делать, Горгодук? Какой-нибудь Frostfall, или как он там называется. Там и без меня есть те, кто этим занимаются. К тому же я Fallout не то чтобы много играю. Я подумал как раз Fallout поиграть. Как раз сборки искал на Fallout. Как оказалось, они там вполне себе даже есть. Но там же помимо сборок надо еще кучу всякого говна поставить. Такие менеджеры, оптимизаторы, там голых баб поставить, это вот все. Посмотрел я на все это, сколько нужно сделать. Что-то мне так лень стало. А чтобы сразу совсем нигде нет. Слишком все на изи обузить можно. Ну так что поделать? Это же беседка. Что это я вижу собственными глазами? Ладно. Жизнь без головы, занятия не из приятных. Да это и не жизнь, собственно. Вижу, ты пришел помочь Сальватору. Да, пришел. На Fall 4 разве не хорош? Судьба странника? Fate of Wanderer? Не знаю. Ее не смотрел. Вот последнее, что там видел, как раз таки этот самый Horizon. Что-то такое душное, сюрвайвалное. Это последнее, что ты увидишь за свою никчемную короткую жизнь. Но там нет баб голых встроенных, поэтому не стал ставить. Мру, как мухи. Что делать, Горгодуху? Пока, в общем, оставил эту идею.
Как-то странно, они не умирают. Потому что вместо них умирают дефающие мышки. Надо бы новых перекуколдовать. На Horizon наткнулся, я такой, не хватает руки Санька, все слишком имбалансно. Так, ты поиграл хоть? Или просто посмотрел, что оно есть? Короче, в любом случае я сборками на Fallout не занимаюсь и не планирую. Слишком специфично, что ли? Слишком мало я, в принципе, в эту игру наиграл. Так-то да, ТНН. Так, знаешь, там, где голая баба, там же и голые мужики. И я еще должна тебя бояться? Ставишь голых баб, получаешь голых мужиков. Ну и наоборот. Сальватор, как всегда, неважно выглядишь, а ты... Сакария... А, все без головы. Ну что ж, мы снова втроем. Ты сказал про медведя, Сальватор. Только не говори, что не упомянул об этом. Тихо, вы двое. Я в печали, Аманши, ибо мне предстоит проведать тебе грустную правду. Я забыл сообщить тебе, что четвертым членом нашего братства был танцующий медведь. Смерть не пощадила его, как не пощадила нас, и он был в ярости, ярости, которая позволила ему после смерти стать невероятно сильным. Тебе придется сделать то, что мы сделать не смогли, победить чудовище, в которое превратился наш маленький йо-йо. Йо-йо. Интересно, это отсылка к... Какой там год Сакрада? Не год ли расцвета этих самых йо-йо? Дед рассказывал, были такие игрушки на веревочке. Не понравилось мне это, фу, что твое нужно было начинать. Чего? Я помогу этим крестьянам. Хотя бы потому, что они пешки в большой игре. Чистилище. Ну, хоть портал открыл. Принеси мне 10 костей нук-нуков и 5 сердец череподеров. Я за это возьмусь. Блин, вы его лицо видите вообще? Сломался чат? Почему сломался? Вон же. Ты же пишешь в него. Ему ломаться. С того, что это фулочь. Ну, фулочь и фулочь, что? Что с того? Ты думал, Скайрим, что ли? Принеси мне печенье для маркиза Сент-Марка. У моей мамы есть одна заветная мечта. Она хочет попасть на один из пышных праздников, которые устраивает маркиз Сент-Марка. Но чтобы ее пригласили, она должна подарить маркизу особенный подарок. Мне удалось узнать, что маркиза обожает печенье. Найди в городе пекаря и попроси его приготовить свое лучшее печенье. Ну ладно, я возьмусь за задание. Но сама решу, как и когда его выполнить. Может, лучше котлетку заставить его приготовить. Ванильная часть Скайрима не может отбалансить, а вы хотите заставить его балансить ванилу Фолуча? Слышь? Мамкин аналитик. Что ты вообще понимаешь в вопросах баланса? Так, это мне нужно сюда уже принести печенье. А вот где его найти? Повар. Какова твоя профессия, блин? Да, он реально похож на Волан-де-Морта. Что-то как-то нас много. О, кстати,
Арлистау нашел прокачанного. Так, ну это боевого куколдуна. Серафимы, понятно. Шуя поножи. Чё ты их подобрала? Ну, Арлистау, как бы и Арлистау, чё. Верховая езда плюс 27. Интересно, как много людей вообще эту езду качают. Давай, ищу смертельных ударов. Летучие мыши не нужны, я бы даже сказал, вредны. Да, их прокачал, да? Блин. Еще волк остался, но волк, я не знаю, чуть на потом. Если бы баланс не был в Apache, так их и нет. Ты за новостями-то следил? Всю весну нет патчей. Все идеально. Ой, самурай, у него есть только путь. Теперь не ешь глав. Колбасят мобов. У него угорало, создавая вампиров. И там такое заражение было. Вся карта до рассвета в вампирах. Там же вроде как-то, да, можно... Вот это вот подчиняющий укус. Ну, я как-то больше через... Мышки мне ближе, скажем так. Надежнее, что ли? Сет с верховой ездой дает чистый урон. А еще он дает верховую езду. Которая мне не особенно нравится. Сама по себе. А вы кто такие? Беда, беда, приветствую тебя, хочу сделать тебе предложение. Мы смогли бы заключить выгодную сделку, с тебя найдется 1000 золотых в качестве предоплаты. Твоя задача забрать мои товары у торговца Кашемира. Я достаю деньги, ты делаешь работу, а прибыль делим пополам. Ну, 1000 золота, наверное, у меня найдется. Из моих 4 миллионов. Первая проделка фермера. Томас дружелюбный фермер? Нет, никогда о таком не слышал. А, ну, сейчас его нет, но я сообщу вам, как только он появится. Что вы хотите от меня? Итак, понравились тебе мои товары, нет? Должно быть, это какая-то ошибка. Заплати мне 2000 золота, я об этом позабочусь. Ты не прогадаешь. Эльмар сказал, что этого делать не стоит. Ну, он считает так, а кто-то считает иначе. Тут нужна хватка настоящего делового человека. Клянусь честью пригорианского скелета. Насколько ты меня тут разведешь? Что? Я для тебя ничего нет. Нет денег, и денег тоже нет. Но я кое-что слышал об этом фермере. Мой тебе совет, будь осторожнее. Сирения с Ютуба, перелогинься на Твич. Если бы она была на Ютубе, там был бы и бот. Бота там нет, значит ее нет. Только он понятно. Что происходит вообще? Кого убить? Мне кажется, они пытаются меня обмануть. Ты можешь не доверять даже своей матери, но мне ты можешь доверять всегда.
мне скиллпоинт на халяву дал. Ну ладно. Да, это было странно, но... Ну ладно. Пошли назад. Чувствую, пекаря я еще не скоро найду. Вернись, поганый пожиратель крыс! Да и кого тут в вампира превращать? Одни вон, одни черви. Вокруг. Блин, даже ударить не успел. Кажись, кого-то не хватает. Тихо, йо-йо, больше не надо беспокоиться о жизни, очень хорошо, Амонши, а теперь нам надо попасть на рынок Кахари. Или все на месте. Кажись, кого-то пролюбили. Рынок Кахари. Вроде бы недалеко отсюда. Всегда превращаешь вампиров? Нет, почему? До рассвета. Как и трупы, собственно. Тоже только до рассвета. Ну, пока в форме вампира. Благодарим тебя, Аманши. Дай нам золотую монетку, и мы обретем покой. Прими от мертвецов этот скромный подарок. Прощай. Плюс один золото. Что-то не подогнал. Вот это вот поножи, которые не на меня. Спасибо, блин. Сама щедрость. Дальше в диван. Ну да пройду, наверное, диван, если опять не случится чего-то невероятного. Ну да, как в оригинале по времени. Вон, 146 секунд. Ну, за каждый левелап плюс 2 секунды. Ну и кулдаун при этом дольше. Там вроде есть какие-то сеты, которые прям на полтора часа могут сделать превращение. Очень надолго, в общем. Очень-очень надолго. Плюс 600 атаки. Того 38 тысяч. Однако... Может, по мне там уже 46%. Печально. Да я вот об этом говорил уже разработчикам. Мне к вампиру две классные идеи. Первое, это чтобы ночью видели они, как же как днем. Чтобы радиус обзора ночью у вампира был как у, ну, дневной. Было бы логично. И второе, чтобы форма, блин, вампира была просто переключаемой. Типа это потянет за собой переделку сетов, потому что на сетах там есть такой бонус. И просто такой бонус есть на шмотках. Но, блин, это всего лишь заменить бонус один. То есть на рандомных шмотках там тоже переписать этот бонус на что-то. Да, было бы прям классно. Ну, типа, еще там есть третий нюанс. Это воскрешение жмуриков, которое будет действовать до развоплощения. Ты никогда не развоплотишься, они будут постоянно бегать. Но они сами по себе слабые. Типа, они и так умирают довольно быстро. И то, что они там будут бегать за тобой какую-то чуть подольше, но это ничего не поменяет, по сути. Зато прикольно можно будет колдуна поделать. Тебе
от меня не уйти. Ты же и так как бы дамаг получаешь, ну то есть находясь там на солнце в форме вампира, ты уже штраф некоторые имеешь. Ну и не получаешь бонуса к урону, если ты днем бегаешь. Поэтому... Так дебафы и так есть. Меня, например, немножко напрягает то, что там... Панель навыков меняется, там отдельно для рыцаря, отдельно там для для вампира. Не очень удобно. Что делать, Горгодум? Короче, я бы запилил. Просто переключая мою форму. Одним меньше. Теперь умри. Ужесточить? Да не надо ничего ужесточать, на самом деле, и так окей. Тут главная эта фишка даже не в том, что ты там штрафы получаешь, наверное, в том, что ты бонусов не получаешь днем. Что? Штаны намочил? Ночью-то работает фишка с разгоном урона у тебя. Так как бы кулдаун там эти 22 секунды, но блин, что у меня прокачано, если не качать вообще на первом уровне, оставить, то там кулдаун секунды 2, ну, блин, ну, 2 секунды, когда ты перевоплощаешься, ну, тупота. Ну или по крайней мере попробовать сделать переключаем, если уж там невероятно имбой окажется, хотя это такой еще кик-вэ. Имба в сакраде. Покатить назад. Что делать, Горгодуку? Ну ладно, беги. 94 на 46. Так, ну я чувствую, тут мои мыши будут знатно умирать. Такого яда. Тише, тише. Здесь живет Скрак, Субкари. Только убив Скрака, ты можешь пройти через ворота. Личник! А я напомню, что я бегаю в шмотках на... Одна. Уровень 60, уровень 90. Повреждение плюс 25 от силы, вампиризм 19, 8, 32. Ну ладно, уболтали. Бегаю в шмотках на поиск предметов. Что-то дропается все-таки. Идеален билд в гринде, где кнопки нажимать не надо. Что значит не надо кнопки нажимать? Это вообще, в принципе, лучшие билды. Если билд работает без нажатия дополнительных кнопок, то это хороший, качественный билд. Тебе твое одно нажатие кнопки сделает превратиться в вампира. Говорят, каждый должен быть мастером своего дела. Пришло время это доказать. Да, крылья смерти уже здесь.
трусливая тварь. Вообще еще странно, что у вампира нет вампиризма по дефолту. Теоретически можно было вместо разгона урона и вампиризме их впилить. Вполне себе. По мне так редко попадают, и я после этого так лайфстилю, как не в себя, что... Я аж по узкой хп не успеваю двигаться, да? Я настолько классный. Вернись, поганый пожиратель крыс! Летальки большая часть урона просто летит в мышей. Нужно будет просто до босса дойти, там видно будет как всегда. Из-за одной кнопки на душе скребет. Блин, даже если убрать это, все равно нажимать на кнопки-то придется. Надо мышей пересумонивать. Надо вон павер атаку прожимать. Там тебе еще воскрешение жмуриков пригодится. Типа я бы и так жмуриков воскрешал, но они очень уж слабые, да еще и спадут, когда я там перевоплощусь назад. Так бы хоть если бегали со мной постоянно, ну до смерти, было бы поинтереснее. Воин тени. Про второй, видимо, сакрет. Не. Рыжая эльфийка топ. Нажимаешь на кнопку, все умирает. Идеально. Если бы она еще сама на кнопку нажимала. А еще в втором сакраде можно на лошади заезжать в данжи. И это выводит лошадей прямо на новый уровень. Они же еще хп накачивают. По сути, там качая верховую езду, ты как будто немножко качаешь хп, дамаг, скорость. Короче, немножко того, немножко всего. В итоге довольно неплохо. Мне бы во второй части всегда хотелось прокачать верховую езду, а вот в первой эльфийка плоская, какой там, так ведь что значит плоская? Нормальная она, вы не шарите. Конечно, не Светка из соседнего подъезда. Да и до нее. Но она вполне себе ничего. Блин, что, продолжать докачивать? С другой стороны, уже шанс попадания как бы 89. Уже падает. Уже алярм. Наверное, в идеале, чтобы было где-то 39 на 25, 30, что-то такое. Наверное.
Давайте. Так, слушай, и как ты предлагаешь мне туда... Туда попасть? Да, попробуем по-быстрому посмотреть, что там за проход. Моя броня плохо защищает от обычного оружия. Че и где? А, ну да, ну да. По коридору просто не пошел дальше. Надеюсь, это тебе понравится. Сколько всяких классных эффектов есть в Сакраде. На броне, там, на защите, а вот... Иммуна к запутыванию что-то не видел. Хотя, с другой стороны, там есть защита от заклинаний. Но не совсем понятно, как она работает. Это просто там защита от заклинаний 17. И чё? Что это, блин, значит? То, что шансом 17% заклинаний на тебя не сработает? Или просто резист, условно говоря, к магии? Говорящий павук. Горящий павук. А! Немножко плавит. Беги. Значит, сопротивление к магии повышается на 17. Логично, дед, логично. И ведь не поспоришь. Градусов, да, у меня не в этом плане. Не в плане жары, дед. Не, восстановление графика плавит. Вроде по температуре пока все более-менее норм. Тебе не приходилось видеть вампира, охваченного жаждой крови, уважаемый предводитель жалких рептилий. Это последнее, что ты увидишь за свою никчемную график. Короткую жизнь. Ладно, хоть не жирафик. Совсем взрослый стал. Так это день рождения скоро, сам понимаешь. Этих слабаков с лица земли. Неминуемая старость приближается. Первый вестник. Чувствую.
собственно, каждый раз, когда ходишь до босса... Снов кто-нибудь рассказывал или сам в курсе? Что... Нет, что за божественное? Кости чуют. Ну, по крайней мере, у него уровень 100, у меня 93, но у меня хотя бы шанс попадания по нему 60 был. У него по мне 90, но это обычно. Это не сопротивление дотам, это сопротивление яду. Просто все-таки бутылки с антидотами с собой таскать побольше, а то он что-то... Это хотя бы справедливое значение, более-менее. Я аж дважды засейвила бонусом выживания, лол. А вот не качал бы дамаг. Взгрустнул бы. Супер большая банка хила, если просто большая, и так 66. Большая 66 хилит, супер большая 100%. Это сотку, а та 66. Я сам еще задумался. Она типа не 100. Не тебя пробивают, тем сильнее яд, плюс антидот уменьшает урон в процентах на твоей жепе. Как я и говорю, нужно с антидотами запастись. А то что-то босса тут полюбили как бы травить. Насмотрелись, видимо, на финального босса. И вот теперь травят. На Необи супер большая вроде 60 дает. Ну 60-то все равно до хрена. И, кстати, да, да, там же чем выше сложность, тем банки с хилом хуже работают. Тем не менее, как его комбинушкой-то нагнул, а? 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 Не зря крафтил. И одна желтая пролюбилась. Да? Когда-нибудь они запилят счетчик мышей. Чтобы было понятно, сколько у тебя. В общем, на серебре, да, получается. На серебре большая хилит 100%. А супер большая, не знаю. Воскрешает тебя сразу. А на золоте супер большая 100, а большая 66. Билд карусели. Карусель, карусель. Мне кажется, хп маловато. Нет, мне даже не кажется. 13к хп это... Очень мало. Хоть бы с этого кольцо выпало, что ли, я не знаю. О, с этого кольцо. Уязвленная гордость Арнома. Только не говори, что... О, слушай, это то, чего мне не хватало, кстати. Это последняя с этого вещь. Фулл сет, пок чемп. Шанс нанести открытую рану 15, а фулл сет добавляет 8 пиявки, да, всего лишь.
8.15 и фулсет пиявка. Да ты чертов гений, резистов говоришь мало. Да ну, быть не может. Так, шанс полутать 157. Каждый удар расхода здоровья противника 23. Враги умирают при приближении. Максимальный уровень 32. 32 уровень. Да где я вообще найду 32 уровень? Кота зрения минус 58, шанс нанести открытую рану 15, устойчивое заклинание бла-бла-бла. Шанс нанести крит плюс 35, в скобочках плюс 26%. Лучше бы писали, каков шанс нанесения крита и сколько вообще критический урон наносит, в принципе. Увеличивает все повреждения на 210, увеличенный радиус освещения минус 58. По раненым плюс 314 урона. Понимаю. Что такое пиявка? Чем пиявка отличается от лайфстила? Где удар расходует здоровье противника? В чем разница, мистер Андерсон? Или это одно и то же, но названо просто по-разному? Герты, ваш выход. Крит наносит урон 120. Ну, в смысле, на 20% больше, чем стандартный удар? Или на 120% больше? Вот, тогда 220, наверное, урон наносит. Шел без волка? Так он экспу все стилит. Трастука хай. Смотри на мою стеклянную пушку. То есть хочешь сказать, что критический удар наносит на 20% больше урона? Сорок атаки, 5к дефа. 150 тебя бы вообще сдувало. Ваншоты инкаминг, у меня бонус выживания большой. Так это же говно, 20% урона бонусного. Типа, но нанесу я не... Нанесу я не 100 тысяч, а 120 тысяч своей плюхой. Чем мне верить? Вот у меня тычка 114 тысяч. Смертельный удар. Ну как бы умножу это на 20% и чё? Как работает броня в Сакраде? Как? Ну тоже, конечно, ни хрена не понятно, просто какие-то базовые значения, то ли это абсолютное значение, то ли это в процентах как-то. То ли еще что, 74 всего. О, что 74? Дай мне внезапно по 500. Ну хес. Я, конечно, не знаю, как работает броня. Я вообще не понимаю, как тут половина всего работает на самом деле.
как-то работает. Как броня срезается, как считается дамаг. Почему самоны так отлетают? Короче, ладно. Наверное, люди уже посчитали. Что это круто? Чё? Шахматы? Здравствуйте. Свыш. Молодой человек. Можно вам комбинушку-то прописать? В этом районе огонь мне не поможет. Ну, ему там вроде что-то прилетело на 60-ка. Комбинушки, спасайте. Спасайте отца мирового пролетариата. Какая там кнопка-то на R? Понятно, два попадания. Вот, кстати, открытая рана, когда он еще кровоточит, потом по 20%. Лазеры. Вот где ты был раньше, когда я боссов искал? На тебя у меня уйдет больше времени, чем на твой жалкий сброд. Перезаряжайся! Получил по щам. Давайте еще мимо. И он там по 120к долбит просто. Run, Forest, run! Как ты себя называешь? Какой вождь? Этой кучи окровавленных трупов? Умри же! Настолько нормально. Комба еще перезарядилась. Ты должен быть мастером своего дела. Пришло. Можно мне тоже лазер из глаз? Нормальный билд. Роса там. Бегаем от демона, чилим. Жопим бутылки. Пытаемся не сдохнуть от плюх, пока он сношает во время моего превращения. Все идет по плану. Блин, я оружие поменял. Fuck, shit happens. Прикриво считаться будет, наверное. Ну, бил, втащил. Ну типа, ну камон. ХП 1 265 000. Повреждения 42 000. У меня 40к атаки, и при этом шанс попасть по нему 40, 3%. 40, 3. Ты там не уснул? Даже 42. Камон. И вы мне рассказывать что-то будете там про то, что у тебя слишком много атаки. Я даже с такой атакой по нему не попадаю. А у меня типа в смертельном ударе еще атака плюс 700.
И я все равно половину ударов пропускаю мимо. Это мои 40к плюс 700%, и то и мимо промахиваюсь. Глубоко придется заглатывать на нормальных сложностях. Кахай. Давай не будем о грустном. Видел бы ты мой бой с финальным боссом мейн-квеста. Да ладно, лут надо мышей восстановить. Амоны вообще ничего не делают против боссов практически. Ну, кроме того, что получают плюху 1300 и отваливаются. Там даже ничего с этого нет. Этого бомжа. А я как бы в сете на лут. Левел слабоват, так как бы тут же левел скейлится, у меня всегда левел будет ниже, до тех пор, пока я не перекачаюсь там. Ну типа я победил, конечно. Но ё-моё. Наконец-то я выбралась из этой клетки. Существует второй портал, такой же, как тот, что только что был разрушен. Билд слабоват. Ступай и найди его. Может быть. Вилья. Слава богам, с тобой все в порядке. Ну, зато мыши хотя бы бомжи убивают. Тут уже как бы моя задача боссов убивать, а задача мыши убивать всякий трэш. Фармить. Но вы же там что-то слышите? Проводив тебя только до ворот, решать тебе, хочешь ли ты, чтобы принцесса сопровождала тебя? Говори скорее, время не ждет. А пусть сопровождает. Ну, у меня тут нет вариантов в жопу послать. Она просто либо идет со мной, либо не идет. Может быть, сколько? 213 тысяч хп. Вот это жопа у тянки. Вот это я понимаю. Хп. Чтоб мне такую жопу иметь. Это как 1/5 местного демона, блин. Билд все через жопу. Понимаю. Не то, что эти ваши. У колдуны. Так это, скорее всего, билд без дамага. Вернись. Они, он как бы всегда выше меня левелом. Я чуть прокачаюсь, они тоже прокачаются. В Вандерворд перешел, ну да. Я мейн-компанию осилил. Осталось вон Underworld доселить. Я победил.
билд сюжетного персонажа, убогий герой сам убьет. Главное выжить. Что такое? Одна грязь. Что такое? Как ты себя называешь? Какой вождь? Этой кучи окровавленных трупов? Умри же. Ну, у меня на крайняк есть как бы план Б. Это все еще... Все еще волк. Что-то я все меньше и меньше верю в самонов. Уже в комбинации с отсосом. Что такое? Корысь. Мыши закончились. Твои приспешники уже валяются в грязи. Теперь твоя очередь. Я разрублю тебя на куски. Твоя кровь принадлежит мне. Что, что я могу для тебя сделать? Я твоя кровь кругом принадлежит. Я разрублю. Вроде бы. Я разрублю тебя на куски. Сильнее мышей, но они тут вообще не должны быть. Типа, мыши-то качаются со мной. Меня только радует, что они не проседают хотя бы на бомжах обычных. А? Мыши все еще продолжают фармить бомжей. Меня только убийство крови, боссов, крестьян. С них убийство всего остального. Всем добром, что я могу сделать. Она кулаками пинает. Я заслужу прощения. Да, нормально. Зато у нее вон, жопа даже не пошевелилась. Крутук, мой лучший помощник, в руках прислужника Фандукара. Пойди и спаси его, прежде чем палачи узнают о нашем восстании. Прости меня за резкость, но мы не можем терять времени. Меня зовут Ашанти. Я лидер группы сопротивления Андукару, которая укрепилась в Чистилище. Наши силы постоянно растут. К сожалению, солдаты Андукара поймали Прутука. Что мне подсказывает, что финальный босс местного DLC мне жопу порвет. Никто не способен долго выдерживать их пытки. Я полагаю, ты уже знаешь об этом. И каждая секунда промедления может оказаться для нас фатальной. Спаси его, пока не стало слишком поздно. Запомни, Прутук знает дорогу к воротам, которые ты ищешь. Портрет. Ты думаешь, это и поможет? Как-то дамажить? Ну, как бы... У нее 109 уровень. Блин, так-то шанс попадания 83%, учитывая то, что у нее 18 тысяч атаки. Спасибо. Да, не, ну немножко поможет. 5000 будет бить с руки. Или вон копье ей дать. Удар ногой плюс 15. Копье возьмешь? Она его сожрала, что ли, просто? И даже мне дубинку не вернула. А назад можно забрать? Послушай, можно? Копье куда дело, женщина? Лучше. А, ты его просто не подобрала. А я уж думал, ты мне показала фокус с исчезновением копья. Типа она одна ручка только юзает. А, тогда можно щитец ей, да? Сорок три процента был шанс упадания по демону. Просто ёб твою мать. Это вообще видано. Я уже знаю даже, наверное, как буду убивать последнего босса, просто
Комбо-бутылка-бутылка-бутылка. Что-то я не вижу тут других вариантов. Пятьдесят девятый. Недалеко, недалеко ушло. Там по 20 урона добавляется каждый раз, да? Немножко атаки. Да надо купить какой-нибудь щит ей. Хотя, вроде и смысла в этом особого нет. Так, золотое кольцо, разоружение. Да нахрен, золотое кольцо. Из повреждения плюс 15. У меня сейчас просто фул огонь. Есть два одинаковых, да? Две жажды крови. Станет побольше, конечно, немножко. Просто атаки мне вроде не нужна, она и так максимальная. Типа 5% лайфстила, устойчивость заклинания. Волк 120 уровня навыка. Ну да. Докачать волка до... Я не смогу. Я ж максимум могу до своего уровня докачать его. Второго медуза. Ну тут кип доспехи, чуть-чуть дефа, немножко физурона, поиск эликсиров, закину пока кольцо. Так ли мне требуется 5 лайфстила, вот кстати вот броня, да, которая получше. Да, где там кузнец был? Боевой маг, эльф, так, уже в жепу. Вроде получше того, что у меня в сундуке валяется. Вообще на демона. Блин, тут целое ружье для гнома. А, там скоро, наверное, двуручник уже будет получше. За 3К. Скоро изи уйдет. У меня даже есть подозрение, что этот двуручник может больше дамажить, чем... Хотя 3 дырки. Даже 3 дырки все равно. Заковать меч Ардом, а там что-то другое по этому бонусам будет. Пробуй сохраниться и заковать. Пульса Ардома заковать в меч Ардома и получить за счет этого весь сет. Ты прав, что-то в этом есть. Смотреть, что получится хоть. Комбо-бомба или гагно какое-нибудь получится. Ну, то есть сейчас примерно 8600 урона. Так, 8200. Там пораненного, правда, дамаг еще увеличивается. Жда крови Арнома. Пленная гордость Арнома. Красный гнев Арнома.
353 тысячи. Всем ударом. Ко всем ударам плюс 2, 67 атака. Скорость атаки 12, каждый удар расходует здоровье плюс 5, устойчивость заклинаниям, шанс нанести открытую рану, расщепление. Раненому урон увеличен. Бонусный урон огнем. Да нет. Ну типа 8200 получается. Там было 8400. Конечно, слот колец еще освобождается при этом. По идее, в итоге больше дамага даст. Еще два кольца там туда-сюда. А, ну да, тут бонус сета добавляется. 50% шанс удержания на месте магов и воинов дальнего боя, чтобы они не бегали. Ну... Да, наверное, окей. It's okay to be okay. Так, ну это можно продать. Слышь, кольцо верни. Держи огнешар в лицо. Да. Ну, по крайней мере, бегать не будут. Блин, за 107 тысяч. Ну, вот это как бы кольцо там туда-сюда. Продаем. Банально лучше. А это надо посмотреть. Это вот 9000, да? 9000 урона с руки. Блин, разоружение. Мыши не нужны там. Или взять пока. Давай. Это 9,5к урона. ДПС. Моя шапочка без ДПСа. 138 тысяч стычки. А. Почти 150к. Но вот много ли это? Так, где мой чемодан? Где моя дамская барсетка? Тетя, найди демона Меркона. Приветствую, несколько дней назад злой демон по имени Меркон напал на мою пекарню и украл очень ценную булочку. Без нее я не могу печь, это самый важный ингредиент моего секретного рецепта. Если ты сможешь вернуть мне эту пряность, я обещаю приготовить для тебя лучшее печенье. Кровь потечет рекой. То есть убить какого-то там демона, повелителя и доминатора всех живых, чтобы ты мне печеньку испек. Еще выгодное предложение. Я, пожалуй, воспользуюсь им. Во, нашел.
Очень не хватает, конечно, отображения просто. Ну да, это типа получше того, что у меня есть. Продать. Даже в такие моменты задумываешься о том, чтобы как-то... Я просто могу еще шапочку поменять. Такое? Снять очки и вернуть шапочку там. Будет почти 150-ка ДПСа. Украл его сладкий рулет. Кстати, да. Кто-то украл его сладкий рулет до того, когда стало мейнстримом. Ну да, мы видели, что у боссов, у обычных мобов, здоровье 21 тысяча. Обычного моба я, по идее, убиваю с двух тычек. Блин, у меня по 50 хп уже тикает, хотя у меня вампиризм 109. Тут как бы оверкил обычного моба, там вообще просто, просто на куски. Наверное, оставлю шапочку, а то опять какой-нибудь босс и хрен его убьешь. Это, по идее, таскать какой-то запас желтых этих бутылей. Которых, конечно же, нет. Продажа. Естественно. Как я вообще живу с такой жопой, непонятно. Должен умирать, по идее, по КД просто. От каждого неодобрительного взгляда должен отваливаться. На тебя у меня уйдет больше времени, чем на твой жалкий сброд. Есть тот самый демон? Ну-ка, я тебе еще как пропишу. Стой, остановись! Я не то, что ты думаешь, я только выгляжу так, но не всегда был таким. Зелье превратило меня в монстра. К сожалению, не могу сам сходить в город к алхимику, это слишком опасно. Ты можешь принести мне противоядие от этой темной магии? Я буду ждать тебя в моей пещере. Вряд ли вы сможете мне щедро заплатить, блин, ну но ты... я все равно согласна. Ну ты душный. Уже камбура вчехлил. А мне здесь нравится. Особенно тенистые аллеи. Там оказывается, что он меня налюбил на самом деле. Миракон превратился в демона, выпив зелье? Он наверняка приврал. Он был моим учеником и, скорее всего, просто дурачился с моей книгой рецептов. Ладно, вот противоядие для него. Или не обманул. У меня там КД 25 секунд. Противоядие, премного благодарен, наконец-то я верну себе нормальный вид. Я нашел это в моем сундуке, надеюсь, тебе пригодится. Надеюсь, тебе пригодится, даже не подбираю. Я у тебя в неоплатном долгу. Ну, подогнал так подогнал, конечно. Ну блин, а что мне остается делать? Только атаку накачивать? Чтобы попадать. Как мы уже выяснили, я просто... Если я хотя бы попадаю по боссу, то у меня хотя бы шанс есть. А если нет, то мало что мне помогает.
получается весь билд прокачка просто одного навыка на атаку. Да. Ладно, двух навыков на атаку. Че за орел на черепухой? Так это буст. Экспы. Видишь, мне все говорят, пей, пей зелье наставника. Ну да, типа с этим зельем больше опыта получаешь. Прокачечка. Несколько быстрее идет. Беги, крыса. Кровь. Сладкая, как вино. Куда-то я опять в жопу побежал, да? Это я могу. Давно играл, уже подзабыл, но вот видишь, тут стример как раз для того и находится, чтобы напомнить. Вряд ли утолит мою жажду крови. Да у меня просто место надо освобождать как-то в инвентаре, вот я их и решил все-таки выпить. Сделать? Да, солнце начинает садиться. Опять же, блин, весь день были тучи. К вечеру, когда мне солнце начинает в окно светить, тучи уходят. Какая-то большая, страшная тентакля. Ну ладно. А вроде была не слишком страшной. До одной плюхи закончилась. А, вас тут много? Понимаю. Это тебе понравится. Что я могу для тебя сделать? Не мешаться. Что? Штаны намочил? Взять их! Тут вроде как какие-то серьезные ребята. Любимая Лока с тентаклями. Я просто думаю, что я, наверное, немножко опять поспешил сюда идти. Так, я могу их привязать на месте. Ваш абсент и нереальная куча опыта капает. А ты проверял? Вон, говорят, есть абсент. Но я сам не чекал, так что... Ничего не могу сказать. Может, и действительно работает. А может и нет. Тут как угадаешь. Я однозначно могу сказать только одно. Либо работает, либо нет. Вернись! Ну, тут вроде не нужны мои особо страшные удары. Смерти. И без них как бы окей. Давай, давай, давай под зельем наставника. Давай побегаем под бутылкой. Это DLC. Ну это поддон. Вроде единственный, который вышел. Underdark. Мейн-кампания героически пройдена. Главный босс задушен тычками на 100к.
славы. Слушайте, а тут же Underdark, тут же, по идее, должно быть, ну, должна быть всегда ночь. В принципе, солнца же не должно быть. Как ты себя называешь? Какой вождь? Этой кучи окровавленных трупов умри же. Было бы логично. Однако солнце тут есть. Что, играть за демона? Да, знаю я одного демона. Говорит классно. Еще знаю одного Серафима. Я тебя немножко покалечу. Но с ним пока непонятно. Как оно? По крайней мере, у демона есть постоянный баф на атаку из плюсов. Что такое? Не надо слишком сильно унаркоманиваться, чтобы попадать. Время умирать. Можно я тебя немножко покалечу? В отличие от некоторых. Или я... Нет, я вообще куда-то просто в какую-то задницу пошел. Скорее всего, телепорт где-то здесь должен быть. Вроде бы слишком в большую задницу пошел, да? А где тут переход? Где-нибудь вот здесь, что ли? Чуть-чуть назад и направо. Где там к городу пройти можно? Наверняка где-нибудь что-нибудь телепортирующее. Зловонная броня. Да блин, зачем мне ваша зловонная броня? Сто 30. Шанс попасть 86. Уже шанс попасть падает. Алярм. Ты играешь Diablo 2? Ну, играл, да? Да, очень рано идти. Но, судя по статам мобов, не рано. Тут вроде справляюсь кое-как. Просто мне бы в город там хотелось попасть. Мобы-то вроде умирают. Хотелось бы уже здесь этот самый найти телепорт, чтобы потом не бегать. А теперь умри. Должно быть, становиться вампиром это больно. Судя по крикам. Очень больно. Или это крик победы. Ну, попробую куда-нибудь. Нет, направо тоже не вариант. Я уже по колено в твоей крови. Ладно, топим назад. Похоже, что... Что такое? Похоже, что в город я здесь никак не пройду. Такие существа совсем не облегчают тягу для вечной жизни. Взять их! Что такое? Там, может быть, даже по сюжету как-нибудь пропустят. Время умер. Я
Нефтянка вот как-то подозрительно хорошо живет, которую мне тут отправили. Впрочем, а что удивительно, у нее такая жопа, что че вообще будет? Время умирать. Что такое? Будем откровенны. Я еще должна тебя бояться? Да не, враги здесь бомжеподобные. Что такое? Ничего серьезного. Это первый раз с МПМ. Это с МПМ орудка намного громче. Раз мне АМ профессионал. Стоит ли вообще тратить время на этих жалких уродцев? Я думаю, не стоит. Я думаю, нам нужно идти. Да, меня там отправили. Что такое? Столь слабый противник вряд ли утолит мою жажду крови. Если я должна биться с такими слабаками, наверное... Мне хочется стереть этих слабаков с лица земли. Я отсюда пройду. Слушай, я сейчас триггерну стражей. Как бы всего 368 мобов, и я триггерю стражей. Совсем не облегчает тяготы вечной жизни. Наверное, надо. Стоит ли вообще? Такие существа совсем не облегчают тяготы вечной. Что такое? По крайней мере, они в DLC хотя бы добавили большие пачки врагов, а не как в оригинале. Надо засейвиться на всякий. Правда, если крашнется, то опять заново фармить. Ну, сегодня вроде пока стабильно работает. Главное не сглазить. Опа. Одолел Шаддара. Что, были сомнения? Переделал билд и все, и пошло. Такие существа. Надеюсь. Так, ну тут можно поразмахивать клешнями, да. Даже самому. Дай испить твоей крови. Твоя кровь принадлежит мне. За Валора! За какого нахрен Валора? Я раздавлю это существо, как спелый помидор. Что ты не хочешь собирать зелье наставника обычное? Блин, у меня сейчас перегруз случится. Грязикрабов, например. Угу. Как можно было имбу переделать еще больше имбу, так это не было имбой. Я имба закончилась на первом же боссе. Боками, наверное, я чего-то не понимаю. Да и на втором боссе то же самое случилось. Столь слабый противник вряд ли утолит мою жажду крови. Тут каждый босс как бы намекает на то, что... Просто шансы на попадание тают прямо на глазах. Если шмотки с бонусом к атаке не находить, то... А, я думаю, что за рукавица? Это замена оружия же. Чем дальше, тем меньше. Дай испить твоей крови. Я разрублю тебя. Я уже по колено в твоей крови. Вот у меня лапки загорелись. Это 10800.
посмотреть, как дамаг бустится. Хотя тут нифига не отображается, сколько урона, да? Я думал, там хотя бы в меню покажет, сколько дамага бонусного. Твои приспешники уже вали... Да, надо поговорить с Райтом будет. Насчет его бота. Что такое? Я вон насколько он умный. Так вот, знаете, качаешься, качаешься, а в итоге становишься только слабее. Говорят, каждый должен быть мастером своего дела. Пришло время это доказать. Одному куколдуну плевать. Эти атаки защиты. Как бы там. Для тебя у меня уйдет больше времени, чем на твой жалкий сброд. Он как бы флексит своими колдовством. Умри! Время умирать принадлежит мне. Говорят, каждый должен быть мастером своего дела. Пришло время это доказать. Ну, из минусов могу отметить, что мышки тут уже не особо справляются. На этих тентаклях. Просто праздник крови. Интересно, кто здесь босс качалки, в принципе. Жажды крови, уважаемый предводитель жалких рептилий. Это последнее, что ты увидишь за свою никчемную короткую... Что там? 227. Вот бы волк был нормальный, да. Волк бы тут, конечно... Волк-то был ого-го. Блин, ну они нормально тут дропают, конечно, шмоток. Хотя можно пока сюда запихнуть. Нахрен ты мне зловонную броню предлагаешь? Сломанную броню. Ну, типа там три слота, но она ж ничего не делает. Хотя бы денег стоит. И опять эти крылья Серафима. И вообще белая. Бриллиантовый меч героя. Почему атака такая маленькая? Маленькая атака, маленькая. Хотя этот меч-то хорош. Ну так, чуть-чуть получше. Сдецл буквально. Как сам делал с мода, может сработает, иначе пресев. Хорошо. Лук зачем-то подобрала, непонятно зачем белый. Пояс какой-то дешманский. Даже не легендарный. Так, срочно, срочно успеть докачать, пока... Я еще должна тебя бояться? Пока игра еще не протекла. Умри!
руки Клэй не залагала. Что, в конце игры? В смысле в конце игры? Я тут просто подфармливаю. Босс регионов анлокнуть раз уж. Уже добрался. А? Что я могу для тебя сделать? Это, конечно, похоже на финальную локацию. DLC-шную. Судя по мобам и по общей атмосфере. Что я могу для тебя? Я еще должна тебя бояться? Ну, мейн-квест у меня далеко отсюда. Говорят, каждый должен быть мастером своего дела. Пришло время это доказать. Тебе не приходилось видеть вампира, охваченного А еще левела здесь, конечно, быстро качаются. Быстрее левелов тут качается только левела мобов. Да, я вижу, что я однорог взял. Мобы качаются прям супер быстро. Чтоб я так качался. Пока ты себе прокачиваешь всякую фигню, тут Драугар-то качается. Как бы. Какой здесь босс локации? Ну, скоро мы это, видимо, узнаем. Но я что-то сомневаюсь, что у меня получится его ушатать. На тебя у меня уйдет больше времени. Да я думаю, драконы. Чё? Там же везде драконы были. И здесь драконы. И там драконы. Хватит собирать мусор. Твои приспешники уже валяются в грязи. Теперь твоя очередь. Что-то бьют. Да. Уши закончились, что ли? Уже здесь. А что мне с этой шнягой? 76 на 54. То есть моих 45 тысяч нифига не хватает, чтобы попадать нормально. Да, по лицу прокатило сейчас хорошечно. А еще, ну да, закончились все мыши. Вот тебе как бы и ответ на вопрос. Что произошло? Произошло на Пихалите. Еще раз сюда идти, когда уже мейн квест подойдет. Прежде чем положить эту лицу, мне придется что-то выкинуть или продать. Сколько там? 100-150. Да, их травят, а я тут лютый, и мышки ничего с этим не могут поделать. Ну и без мышей тут что-то бегать тоже немножко стремновато. Пока не могу отрегенить их численность. Быстро убивают. Ого!
Блин, ну душит, душит место. И вот в Сакраде как-то не придумали... Не придумали свитка телепорта. Городского портала какого-то. Что такое? Надеюсь, это тебе понравится. Здорово. Да откатывай ты уже, ё-моё. Как ты себя называешь? Какой вождь? Этой куче окровавленных трупов умри. Мрут как мухи. Что такое? Что такое? Тебе не приходилось? Тебе от меня не уйти. По лицу катаются, алярм. Смерть жалюсь над тобой. Я тебе не вьючное животное. Вот уже не влезает все. Что такое? Как ты себя называешь? Какой вождь? Этой кучи окровавленных трупов? Умри же. Да, мыши тут вообще просто отваливаются. Уже здесь. А если там сложность повыше, то там вообще можно о мышках забыть. В принципе. Я в идеале было бы их в принципе отрегенить. Блин, там по 3 скиллпоинта падает. Надо что-то выкинуть. Трофим 26 тысяч. Ну, 26 тысяч это ладно. Хилок поскидывать. 26 тысяч. Уже хрен-то с ним. 28 тысяч. Так. Блин, а я туда ведь... Я не пройду, чтобы забрать эту... Сука. Здрасте. Блин, ну здесь все жирные, и как-то быстро не пофармить, надо идти туда, где они не такие жирные. В этом районе огонь мне не поможет. Но лучше огня у нас ничего нет. Мышки только есть. Кстати, да, можно пробовать прыгнуть. Типа еще по одной восстановить. Прыгнуть туда, а потом застрять навсегда. Какое. Не выбраться никогда назад. Не, не могу. А, туда не прыгает. А, нет, смотри-ка. Прыгнула. Осталось только назад как-то вылезти. Чепустяк остался. Расфизонится. Что я могу для тебя сделать? Как бы расфизониться назад?
О, армаз. План был отличный. По 50 тысяч. Чка. Как ты? Я разрублю. Я уже по колено в твоей крови. Отомщу. Пленных не беру. Так и есть. Надо найти лолей. Хотя, может быть, я тут за лолю. Успокойся с миром. Я на куски. Ну вот, когда мышей много, они не так активно умирают. Понимаю, тут уже... Нет, тут все еще та же самая область. Блин, ну где-то же... Где-то же должен быть какой-то портал тут. Где вообще? Покажите мне меня. Кто-то вот туда уже ушел, что ли? Уже места нет, у меня уже ничего нет. Твои приспешники уже валяются в грязи. Теперь твоя очередь. Моя кровь принадлежит мне. Месть. Смерть жалилась над тобой. Твоя кровь. Я уже по колено в твоей крови. Я, блин, вангую, тут где-то просто неподалеку финальный босс этого DLC. Вот прям где-то... Валить надо отсюда. Телепорт я хрен найду. Мрут, как мухи. Смерть жалится. Мушки еще... Окей. Че? Нормально с ними. Живут. Хилятся, живут. Это вообще просто рандомная пещера. С какого-либо намека на босса. Я еще должна тебя бояться? Время умирать! Должна тебя бояться? Ну что, вот Сакради не предусмотрели, ё-моё, свитки городского портала. Вообще бы никаких проблем не было. Тебе не приходилось видеть вампира? Слетал такой, затарился, продался и пошел дальше флексить. Это последнее, что ты увидишь за свою никчемную короткую жизнь. Иди гадай, где ты вообще находишься. Руну там у деда переработать. Что я могу? Чемодан закинуть что-нибудь. Как ты себя называешь? Твоя какой вождь? Этой куче окровавленных трупов? Умри же. 50 врагов осталось. В 2005-м не было понятия DLC. Да дело даже не в DLC. Свитки городского портала-то уже были. В других
Блин, да нах. Тут вот, блин, это уже нижняя преиспу. Да, ну да. Как ты себя называешь? Какой вождь этой кучи окровавленных трупов? И мы заново тут резнулись. 45 врагов. Никаких свитков, ТП для пусек. Показывали бы тогда расположение хотя бы, не знаю, телепорта. Шлем Рекундиса нашел. Я тут прям совсем тут душилово просто. Обмазался вон легендарками, обмазался скиллпоинтами, а как бы... А место-то и все. Это на гладиатора 34 тысячи. Тоже не на меня 35. В эльфа 30. Ну, хрен с ним. Далмара мне все равно никогда не взять, потому что я в... Блин, душилова. Просто душилова. Я еще должна тебя бояться? Какое же душилова. Тебе от меня не уйти. За что так игра? Топим, топим назад. Что такое? Успокойся, Смир. Я и так загружена до предела. Что там? Кровавый меч Рекундиса. Блин, надо забрать. Че ты забираешь эту вон оттенку? Целый кровавый меч Рекундиса. Жаль, не Торвина. Владение оружием 21, владение мечом 21. Шанс нанести критический удар 25. Пок, подожди, подожди, чемп. Понимаю, это шибноручка. Ручка. 48 тысяч. Разница какова? Непонятно, да, пока в форме вампира. Засейвиться хоть, что ли? Может, разница в уроне будет не такой большой. Можно и... со щитом. Да. Ну, типа 21 оружие. И к мечу туда же. Миллион атаки вон. Что там, 8-100, а тут 10-200. На 2000 отстает. По депису. Но при этом со щитом. Плюс атака. Плюс атака, плюс защита. Ну там что? Полуфиз, полуогонь. Чистый огонь. Ну, типа, можно подумать. Так, кольца-то понятно. Так и там еще, как бы, три слота под кольца. Так-то.
15. Говорят, каждый должен быть мастером своего дела. Пришло время это доказать. Наверное, перетнуть там слоты. Умри! А если еще с этим самым использовать... С этим. Во имя Страдалуса. Ух, что тут Страдалус. Ёптыть. Так я сейчас страдаю сам. Ну. Косу я триггернул местные качалки. Хрен его знает, правда, где он. Что-то непонятно. И я еще должна тебя бояться? По где-то снизу, непонятно где. Душновато уже, да, дед? Есть такое. Надо валить отсюда. Мне потом все равно сюда возвращаться. Твои приспешники уже валяются в грязи. Теперь твоя очередь. Вы меня тут выпустите, правильно? Не будете слишком сильно задушить. Тебе не приходилось видеть вампира, охваченного жаждой крови, уважаемый предводитель жалких рептилий? Я это уже признаю, что забрался слишком глубоко в задницу, вот все. Хочу уйти отсюда. Все равно пока делать нечего. Я очень надеялся найти телепорт какой-нибудь, чтобы потом не бегать три раза. Но, судя по всему, побегать таки придется. Больше мне не унести. Да ну не душите. Не душите шмотками. Капец тут, конечно, педалить. Мыши закончились. Господа, господа, господа. Надеюсь, это тебе понравится. А зачем 1К добивать? Там триггер уже сработал, квест появился. Смысла 1К добивать. Так, господа сношатели. Ладно, у меня тут хилок много с собой было. На случай важных переговоров-то. Я не Sacred Gold. Ну, Sacred Gold, что? Ворона меня бог кошмарит. Что мне еще делать? И вообще-то не ворон, это благородная мышь. Надо на такой случай как бы комбо делать из этих ауешек. Хоть там есть мультиудар. 4 мультиудара, и по идее, наверное, этого должно хватать. Ну, согласитесь, душновато вот настолько долго возвращаться. Еще когда тебя постоянно рутят. Понимаю, что зашел не в тот район. И выбираться из него просто забей. Месть. А
потом оказывается, что где-то прям вот рядом был телепорт. Просто я его не нащупал. А мне здесь нравится. Особенно тенистые аллеи. Да, еще ускорение. Тем не менее, и на ускорении меня ловят. Пойдем покрафтим. Цивилизация, боже, цивилизация. Какая-то совсем жопа была. Возвращение с трофеями войны. Волка — это план Б. Надо, кстати, спустить волка. Ну, скорее всего, он все еще будет по одной экспе давать. Он все еще меня на 50 левелов обгоняет. Мыши все еще кровоточат. Так, что там качалось-то? 59. 1500 урона. Плюс 900 атаки. Так, друг. У меня тут кое-что есть. Вот тебе сразу то, что не мое. Я точно юзать не буду. Ну, тут одна ручка. Блин, правда, он полуфиз, полу... огонь. А, чё, какие дрова? Куда ты мне свернул? Жифорс намекает, что пора новые дрова скачать. Причем сразу еще кольцо этого самого Фадаламара. Опять же, владение топором, куда мне? Дальний бой, туда же. Длинное оружие. Можно не смотреть. А вот то, что я могу использовать. Еще одна жажда крови Арнума. Только покруче. Давай. То мне там пятна какое-то кольцо было, помнится. Вот типа такого, да? Даже вот такого. И даже вот такого. Ну нет, это самое слабое. Но мне, конечно, дает 2000 атаки. Это кольцо. Призма, летучая мышь, разоружение. Выгоднее, наверное, вот эту штуку поменять все-таки. Наверное, атака понужнее чуть-чуть. Чем кровавый рой, харизма и вот это вот все. Амулет надо менять. Да.
Блин, ну кольца, конечно, так себе нападали. Будем откровенны. Надо наручник Рекундиса круче. Сила 31, шанс поймать летающего врага, шанс нанести критический удар, плюс 25. Плюс 25 чего-то там. А, это вообще перчатки, будет без оружия. Нахрен. Так. Безумные плечи командира, скорость атаки, восстановление особых ударов, превращение в вампира плюс 16, для атаки и защиты 13. А мои дают скорость атаки, которая мне нафиг не нужна. Владение оружием дает. Только, да? Но много. Эх, много владения оружием. Ну тогда... Нет, в жопу. Ловкость плюс 50. Мои как будто получше. Тапки. Но там сбивается. Сбивается бонус этот, да и... Блин, ну подвижность, конечно, плюс 11. Хорошо. Сильный удар, тоже хорошо. Да оба нормальные. Начни с первого. Для ознакомления. Блин, там шанс дропаешь. Да не, продать. Это сет. Чита скорость атаки. У меня скорость атаки каповая. А защите это не сильно помогает. Это все сетовая. Мышей еще надо отрегинить. Потерялись, пролюбились. Стойте, молодой человек, вот еще вот этот лук заберите, пожалуйста. Да. А что лучше, тот щит или этот? 4500, да. Долго уже с этим щитом пробегал. Это выглядит поинтереснее, с подвижностью. Тремя слотами-то. Мне кажется, если сюда дамаг ставить и в щит, и в меч, то он, наверное, даже двуручник обойдет по депесу. Да, еще от яда умерли. В жутких корчах тоже. Стоглы. Ну, сабля уходит. Забавно, что они там все еще умирают. Того самого яда. Я уже вроде 10 тысяч лет назад убежал оттуда, а яд все еще работает. Но я же затянку играю. Я вообще могу весь день в магазине прошопиться. Это норма. Ну-к, покеш. Если я ДПСом обмажусь. Рекундисом. Щит туда же. Обойдешь ли ты двуручник? Мне кажется, есть все шансы. Дождаться, пока вампир спадет. Что такое? (Связь)
9, 200. 200. Ну, разница в 1000. Тут, правда, атаки 71 тысяча. А тут 45. Это Underworld. В этом даже есть, знаете ли, титадинка атаки. 45, а что там Рекундис дает атаку, да? 527 атаки дает. Понимаю. Мне только меч Рекундиса из всего сета. Скрита плюс 28, скорость атаки плюс 12. Лайфстил. Шанс открытой раны. Блин. Был бы этот чисто физовый, этот чисто огненный. Но вообще, вполне себе достойно. И самая плохая замена. А, сумочку хотел посмотреть. Там из Рекундиса можно что-то сделать. Дополнение это. Тем более, что шлем выпал. Владение мечом плюс 21. Зов волка плюс 9. Парирование 28. Кстати, он мне все то, что нужно, добавляет. Так подумать. Оно, что при этом атака падает, но защита... О, да, парирование же растет. Потому что 311 атаки. Ну да, ну да. Но падает не сильно. А с двух рекундисов я ни хрена не получаю. Допустим, шапочка, окей. Ее тоже в ДПС загоним. Пятьсот. Только что у меня по шансу нанести открытую рану? У меня там огромный урон бонусный по открытой ране. Шанс ее нанести теперь 7%. Надо что-то, что уносит открытые раны. И один амулет. Это из сетов было. Так, а что еще? Аннук. Торвин. Так, кстати, это Торвин, да? Это обновленный Торвин. Скорость, ловкость, смертельный прыжок. Правда, толку с этого обновленного Торвина. Шанс дропа намного выше. Второго Торвина продаем. Защита. Так, хорошо, это на продажу. Пистау. Перехилев 428, ну, одинаковые, да? Сильный плюс 21, сильный 14, 21, 10, 18. Ну да, они абсолютно одинаковые, можно продать. Наручи Аннука тоже у меня были. 214, 445. Ну туда, туда. Расщепление плюс 2%. Пок, подожди, подожди, чем? Поменяем. Более свежий вариант. Старион. Старин у меня тоже был. 280.
на Истарион продать. Эль-Саль Хилев, ботинки. Их вроде не было как раз. А, нет, были. Только старые, да? Не, одинаковые. Изгнать нежить 23. Изгнать нежить. Хотите получше. Снова недосет. Постоянно недосет. Такие защиты 50. Да. Шлем Далмара. Выносливость, регенерация, оружием, мечом. Из Далмара ни хрена же нет, да? Блин, да, ни хрена. 76, ну да, тут. Старый больной Далмар. Шлем Стариона. Старина у меня тоже был. Просто обновление. Ну, по сути, о чем мне по Рекундису? Как бы щит Рекундиса есть, да? Мечу. Теоретически. Это дает парирование плюс доспехи. Ну, неплохо. Допустим. Мне вампиризм и парирование. На Торвине. Как депис падает. А, как падает депис. Шанс нанести крит плюс 16. Поножили Кундиса. Боже, боже, остановитесь. Остановись, ДПС, не падай. Четыреста. Ботинки величия Рекундиса. У меня только их не хватает. Ну, конечно же, у меня их нет. У меня ж недосеты. Ну, типа... Больше дефа, почти в два раза меньше ДПСа. Нельзя собрать, такая логика была у разрабов. Да, похоже, похоже на то. Типа... Сашка и его недосеты просто. Нашел почти все сеты на вампира, и все они незаконченные. Классно, чё. Мы запилим тебе сеты, но то собрать ты их никогда не сможешь. Но есть некий, некоторый смысл, конечно, в парочке Рекундисов. И доспехи бафают. Тут еще на депис вставить. Лучше бы ты, конечно, давал шанс нанести открытую рану, а то у меня прям мало-мало этого самого шанса. У меня там, блин, четырехкратный урон по открытой ране, а шанс его нанести... Это нанести прям милипиписечный. Ну, 9400, при этом, блин, кстати, еще куда, еще атака пролюбилась. Потому что этот щит дает 500 атаки, 500. Блин, оно того вообще стоит. Разница в атаке, конечно, космическая. Что там 90%. Это физика урон. Да хрен его знает.
непонятно. А так бонус это не работает. Так, за бонус это я получаю 5 парирования, 5 доспехов, больше защиты, чуть-чуть больше живучести. Ну, как бы... Ладно. Хотя этот чит я бы где-нибудь здесь потаскал, на случай важных переговоров. Для бонусной атаки. Кстати, у меня же щит еще тут. А, аннок, да? А тот, который я тоже не дособирал. Ладно, пес с тобой. Пусть будет так. Папочку пока я здесь оставлю. Это все можно продать, получается. Урон пытов считается твоим уроном. Да что ты меня спрашиваешь? Вот разработчики будут у них спрашивать. Я понятия не имею. Я только то, что знаю, что они... Мыши растут вместе со мной по уровню, волк растет отдельно. Это все сложно с резистами. Все. Вообще непонятно, как они там работают. Периодически непонятно, как они агрятся. По какому принципу. Я тоже, знаешь, есть вопросы. У меня игра поплыла. Почему у меня волк сжирает экспу? Тоже у меня вопрос. Так это и в оригинале по большей части было. Там, наверное, даже в оригинале еще более запущено. Ну, 158к даже с этим Рейкундисом. Стычки. А с мечом? Что 76? Ну, побольше, конечно, побольше, но, блин, атака. Кстати, забавно, если с большего ДПСа переключаешься на меньший, то он нормально считает. А если с меньшего ДПСа переключаешься на больший, то он в форме вампира считает крайне криво. Максимальный левел там 217, 18, что-то где-то около 220. Боже, да у меня вампиры и мыши все еще кровоточат. Чтобы хай-левел не качал лоу, и пофиг, что хай-левел не игрок, а твой же волк. Ага. Типа, причем ты волка, ты не можешь выше своего уровня качнуть. Ну, типа, у тебя там 90 уровень, ты навык не можешь выше 90 сделать. Однако волк на даже на 60 тебя обгоняет. Изи вообще. Так, что там можно? Комбы-вомбы переделать. У меня там... Комбо-вомбо на 57-й, тут 67-й. Ну, наверное, можно пока не переделывать. Единственное, что нужно засейвиться и перезайти. А то игра протекла. Ну, вы знаете эти протекающие игры. Пойти Байертини, что ли, закрафтить? Смотри сразу, как плавно все пошло. Не знаю, куда она там протекает. Шлем забавный, кстати. Да. Я тоже что-то подумал о пилорсах.